Так, я знаю этого парня. 3 из 3 выдает. Черт! Чертовы вагасы! На каком проекте вы играете? Эй, спокойно, чувак! Аризон Редрок! Аризон Редрок, какой промокод ты ввел? Промокод ХИК! ХИК! Что ж? И сколько бабла ты получил на старте? Нет, чел, я еще ничего не получил, только зарегался! А, сори, я думал, Жирный тебе уже обо всем рассказал. Эй, я как раз собирался. Самое время проводить его на самый крутой сервер. А, ну что ж. Добро пожаловать, блин, на Аризон Редрок! А здесь находится у вас промокода 200 тысяч. Ведем его на 6-м левеле и разбогатеем. Всем привет, ребята, с вами снова я, Хик, и в сегодняшнем видеоролике мы повторим с вами некое безумие. Какая-то девка зашла в кадр. Идите отсюда, я тут снимаю. Отлично. Сегодня в этом видеоролике мы с вами повторим некоторое безумие в GTA San Andreas. Да, я уже повторял это. Вот, пожалуйста, все эти видосики на экране у вас сейчас. Можете посмотреть, ссылочки также есть в описании. Да, я уже ходил через весь штат. Я плыл через весь штат. Я бегал через весь штат, черт возьми. И, наверное, самое последнее, что осталось, это просто пропрыгать весь штат. Просто пробелом. Прыжком преодолеть весь штат GTA San Andreas. Обратите внимание, какой он. Просто какой он, огромный. И все это расстояние, то есть по окраине карты, я имею в виду. Не просто через него пройти, я имею в виду по окраине карты. Самое, наверное, безумное сейчас осталось, так это пропрыгать его. Просто пропрыгать, используя только прыжок и больше ничего. Не знаю, насколько это безумно, насколько это будет так же эпично, например, как просто ходить через весь штат. Но я считаю, что это самое эпичное видео, по крайней мере. Я, ребят, надеюсь на вашу поддержку в виде лайка, комментария. Я-то пробегу, точнее, пропрыгаю весь штат. Не знаю, сколько это займет, может, часа два, может, полтора. Посмотрим, узнаем в конце весь результат. Разумеется, у меня сейчас показатели выносливости на минимум, мускулатурный минимум. Лишний вес, опять же, но в приоритете. Я хочу посмотреть, похудеет ли CJ этот раз. А во-вторых, прибавится ли выносливость, тем, что мы будем просто прыгать. Интересно узнать вот эти вот статистику, вот эту самую. Ну и, разумеется, трусики в сердечко, как вы любите, все нормально. В общем, погнали. Чё тянуть-то уже кота за эти самые интимные места? Let's get it. Thank you.
Ну что ж, ребят, вот и эксперимент подошел к концу. Вот так вот выглядит CJ. Все показатели, разумеется, на минимум, как и в предыдущих разах безумного этого эксперимента. Что бегом, что ходьбой, что просто заплывом через весь штат. Все время мускулатура и лишний вес были на минимум. В принципе, итоги этого эксперимента таковы. Все то же самое. Вот и все. Вот, только на этот раз с прыжками. Вот. И самое интересное, кто-то говорил, чтобы я в конце показывал статистику, что там и как. Пожалуйста, лишний вес, все дела. Так, ну самое интересное, наверное, сколько я прошел именно миль. Я не знаю, где это посмотреть, наверное, здесь. Время в игре нет, не то. Ну, короче, в любом случае, я сохраню статистику сейчас и отправлю ее в описании. То есть, если вы хотите посмотреть, что здесь и как, можете сами чекнуть. Разумеется, все там будет. Правда, будет не на понятном языке, но, тем не менее, это вам поможет, наверное, как-то разобраться. А все, с вами был Хик. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Впереди много всего интересного. И аривидерчи, до следующих экспериментов и видосиков. Пока-пока.